Ращинский на завод «Прогресс» пришел по стопам отца, который проработал на предприятии 50 лет. Там молодой специалист сразу приметил девушку Иду. Я увидел вот со специального участка группу девчонок, молодых, красивых. Вот. В том числе и она там была. Ну, я, конечно, сначала первый раз постеснялся, потом подумал, а почему бы и нет, не пропаду. На заводе супруги полвека изготавливали приборы, которые подлежали многоступенчатой проверке. И только у 7 специалистов предприятия была печать «Знак качества», в том числе и у Иды Гощинской. Знак качества – это еще и об их семейной жизни, которая продолжается 55 лет. Сейчас на «Прогрессе» трудятся их дочери. В общей сложности 3 поколения Гощинских отдали заводу 230 лет жизни. Ветеранов предприятия, состоящих в многолетних браках, пригласили в ЗАГС на торжественную церемонию. Девиз нашей семьи – любовь и верность. Ну, любовь, конечно, она несколько видоизменяется с возрастом, но уважение и верность – это остается. «Прогресс» связал и судьбы Лушниковых. Они познакомились, когда работали в одном цехе. Сейчас у супругов 2 дочки и 3 внучки. Я думаю, что все-таки это судьба. Вот она свела нас. Ведь он был в армии, прошел много, проехал. Его уж сватали, он мне рассказывал, сколько раз его сватали, пока он служил. Так нет же, вернулся опять к нам на завод. Золотую и изумрудную свадьбы, а это 50 и 55 лет вместе, в ЗАГСе отметили 5 пар ветеранов предприятия РКЦ «Прогресс». Это всегда море эмоций. Это всегда возможность у этого уникального поколения чему-нибудь научиться. Как принести сквозь года с такую любовь 50-55 лет, как при этом оставаться настолько самоотверженными в работе и труде, это, конечно, всегда возможность вот именно эти качества почерпнуть у наших чудесных юбиляров и, конечно, заразиться вот этим потрясающим чувством ответственности. Супружеские пары вновь скрепили свои брачные союзы подписями. Им вручили подарки и благодарственные письма от губернатора Самарской области. Виктория Шара и Николай Пифанов. События.